В китайской провинции Шанси продолжительные ливни вызвали серьезные наводнения и оползни. По меньшей мере 4 человека погибли, около 10 числятся пропавшими без вести. Река Фен вышла из берегов, разрушены мосты и дамбы, серьезно пострадали исторические достопримечательности. Отряды спасателей пытаются укреплять берега с помощью мешков с песком, но их работа серьезно осложнена из-за того, что дожди по-прежнему не утихают. Разрушено также 17 тысяч зданий, нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству. Власти эвакуировали более 120 тысяч местных жителей в безопасные места. Всего в зоне бедствия оказались около 2 миллионов человек.